Американский солдат – так называют тяжеловеса из США. Он 10 лет служил в армии, а после все свои навыки решил использовать в боях на ринге. На каждой тренировке выкладывается до последнего. В Россию приехал с одной целью – победить. Но соперник достался непростой. Дальневосточник Евгений Ирохин не знает поражений уже 11 боев подряд. Подготовка была серьезная. Много спаррингов, работал с тяжелыми весами. Много кардиоупражнений. К бою готов. Российские спортсмены хорошо подготовлены, и они тяжелые оппоненты. В этом году международный турнир по современному панкратиону собрал лучших бойцов со всего мира – Японии, Кореи, США и России. На юбилейном турнире зрители увидят 9 боев. Но панкратион – это еще и зрелищное представление. У нас пройдет очень подготовлено прекрасное шоу, потому что зрители приходят не только на спортивное зрелище посмотреть, но и увидеть какие-то шоу, выход спортсменов. На самом деле в смешанных единоборствах очень большую роль играет. Каждый спортсмен пытается сделать из своего выхода какое-то определенное шоу. Выступят бойцы уже в эту субботу в Фетисов-арене. Нелли Булатова, Екатерина Таланова, «Панорама».